Зрителям нравится открывать новые имена в разных шоу талантов. Приятно знать, что фортуна улыбается простым людям, а не только детям из знаменитых музыкальных династий. Вот и молодую красивую женщину из телепередачи зрители забывать не хотят. Аида Николайчук появилась на X-Factor и моментально выделилась среди всех остальных претендентов на победу. Уникальный, хрустальный тембр голоса девушки никого не оставляет без эмоций, а хрупкая женственная внешность привлекает внимание многочисленных поклонников ее таланта. Как сложилась судьба кассирши Аиды Николайчук? Иллюзия семьи и драма в личной жизни победительницы шоу X-Factor. Об этом и многом другом мы решили вам рассказать. Родилась Аида в городе Одессе 3 марта 1982 года. Детство свое провела там же. До 10 лет девочка росла в полной семье с отцом, Юрием Евгеньевичем, и матерью Ириной Леонидовной, которые при этом не имели никакого отношения к музыкальной деятельности. Папа был специалистом по разного рода компьютерам, а мама работала швеей. На вопрос, от кого же ей достался такой уникальный голос, певица отвечает, что скорее всего от бабушки, которая обладала чудесным голосом. Красивое имя Аида также досталось от нее. В школьном возрасте Аида занималась карате, была довольно активным ребенком и, если требовалось, могла защитить и себя, и свою младшую сестру. Девочки были и между собой очень близки. Помимо карате, Аида с детства увлекалась мотоциклами. Также Аида с удовольствием пела в школьном хоре, постоянно участвовала в каких-то фестивалях и вокальных конкурсах, в которых неизменно получала дипломы и грамоты. Творческая натура подростка проявлялась в создании дизайнов новых нарядов, которые ей нравилось шить вместе с мамой-швеей. Эта любовь к шитью заставила девочку после 9 класса пойти в дизайнерский колледж, освоить профессию швеи. Как-то раз Аида участвовала в очередном вокальном конкурсе, в котором снова одержала оглушительную победу. После конкурса ее пригласили поступить в консерваторию, даже несмотря на то, что она не имела элементарного музыкального образования. Каково было тогда удивление преподавателей, когда девушка отказалась, объяснив это тем, что учеба в консерватории убьет ее индивидуальность. Уже учась в швейном колледже, Аида не оставила пение. Пришла на кастинг хип-хоп-группы «10 квартал» и сразу была взята в качестве бэк-вокалистки. Группа выступала в клубах Южной Пальмиры, выезжала в другие города. Деньги, которые певица получала за гастроли, девушка тратила тогда на модные шмотки и кассеты с хип-хопом, любимым ею тогда. То было веселое время, но все закончилось, когда Аида вышла замуж. Вскоре родился сын Максим. Молодая мать обожала своего ребенка, поэтому музыка сразу отошла на второй план. Аида нашла работу кассиршей в простом супермаркете рядом с домом. Надо было зарабатывать деньги на жизнь, на сына, и Аида бралась за разную работу. Ее последняя должность до появления на шоу X-Factor – старший кассир в магазине модной одежды. Стоит ли удивляться, что Аида шла до последнего, когда ей выпал шанс изменить жизнь себе и ребенку? Альтернативой была свободная касса, которой красавице возвращаться не хотелось. Узнав о прослушивании в шоу X-Factor, девушка решила воспользоваться шансом изменить свою жизнь и отправилась на проект. Как-то в разговоре с подругой девушки пришли к мнению, что на таких шоу все куплено. Чтобы убедиться в этом утверждении, Аида решила попробовать принять участие в конкурсе. Разучив за неделю песню Полины Гагариной «Колыбельная», девушка предстала перед компетентными жюри. С первых минут ее пения все вокруг замерло. Казалось, сам воздух завибрировал. Потом произошло нечто необычное. Судьи возмущенно потребовали выключить музыку, решив, что стоящая перед ними девушка поет под фонограмму. Они обвинили ее в использовании звуковых эффектов. Один из судей предположил тогда, что для усиления эффекта голоса записан прием звука стерео, и попросил спеть акапелла. Когда же выключили сопутствующую музыку, все услышали чистый голос Аиды Николайчук, звучавший, правда, невероятно, но на самом деле. Ее голос, словно из другого измерения, поразил всех. Пение акапелла впечатлило, и с тех пор девушку не называли иначе, как музыкальным феноменом. Ролик с необычной ситуацией на шоу моментально облетел весь интернет, и Аида проснулась знаменитой. После выбытия во втором сезоне девушка не сдалась. По многочисленным просьбам фанатов, она попала в третий сезон X-Factor и одержала свою блестящую победу.
Она стала певицей, которая набрала за всю историю украинского проекта самое большое число голосов телезрителей. К слову, в СМИ тогда писали о Романе Николайчук с одним из членов жюри конкурса «X-Factor», продюсером и ведущим шоу Игорем Кондратюком, который якобы случился между ними после участия и триумфа певицы. Но сам Игорь опроверг эти подозрения, заявив, что считает слухи вымышленными. Сама жена продюсера однажды сказала Кондратюку, что заметила, как тот не очень правильно смотрит на Аиду. Известно, правда, что у певицы произошел таки роман на шоу, но со звукорежиссером по имени Дмитрий. Однако девушка не любит об этом вспоминать. Многие участники звездных проектов после шоу остаются в тени, предпочитая зарывать в землю даже недюжинные таланты. К счастью, Аида Николайчук оказалась другой. После яркой победы к ней пришла слава. В отличие от большинства звездочек-однодневок, решительная девушка подписала контракт со студией звукозаписи и отправилась в свои первые гастроли. Начались ее выступления в России и в Германии, вышли первые клипы. Но в какой-то момент она просто исчезла с экранов. Как оказалось, причина в личной жизни артистки. По словам певицы, ее жизнь складывалась очень непросто. Первый ее брак распался через несколько лет. Тем не менее, она носит фамилию своего первого мужа, с которым поддерживает дружеские отношения и сама воспитывает сына. Так сложились жизненные и творческие обстоятельства, что ей пришлось уйти в профессиональный отпуск и переключиться на свою личную жизнь. Позднее ее супругом стал спортсмен-мотоциклист из Белоруссии Никита Подольский, чемпион по дрифтингу. Он моложе девушки на 12 лет. Пара познакомилась на стадионе, куда приходила Аида, тоже увлекающаяся мотоспортом. Как говорит сама певица, с детства просто грезила мотоциклами. Поэтому она сопровождала Никиту на всех его гонках. Кстати, своего сына Максима она посадила на мотоцикл еще в детстве и сама мечтает купить байк. Пара оказалась счастливой, но спустя 5 лет Аида с Никитой объявили о разводе. Никита выступал в Белоруссии и должен был проводить там большую часть времени. Аида, в свою очередь, была привязана контрактом к Украине и часто ездила на гастроли. После того, как Аида оказалась в положении, она была рада безмерно, надеясь лишь, что ребенок изменит все. Но Никита оказался не готов подчинить собственную жизнь лишь отцовской роли и не захотел быть рядом постоянно. К несчастью, беременность прервалась раньше времени. Это окончательно разрушило отношения в паре. Молодые супруги отдалялись все больше. В конце концов, финал стал неизбежным. Наконец-то я смогла решить ребус под названием «Личная жизнь» и подала на развод со своим вторым мужем. 5 лет так называемой семейной жизни – это была всего лишь иллюзия счастья и сплошные эмоциональные качели. Когда мужчина кажется, а не есть. Когда и сама думаешь, вот же он рядом, вот же семья, вот же оно счастье. Но это всего лишь самообман, сетовала певица. Тем не менее, стойкая и упрямая девушка не сломалась. Она вернулась на сцену повзрослевшей. Ее талант заиграл новыми нотами. Аида поработала над собственной внешностью. Озорные футболочки и тельняшки, образы пацанки и девчонки с соседнего двора ушли в прошлое вместе с лохматыми стрижками. Сегодня певица выглядит настоящей королевой сцены. Карьера ее развивается, певица постоянно записывает новые песни, участвует в конкурсах теперь уже со стороны судей и занимается благотворительностью. Она даже нашла возможность на некоторое время уехать с выступлениями в Японию, чтобы отвлечься от личной драмы. Там проходило вокальное соревнование. Решительная красавица добилась первого места и в стране восходящего солнца. Сейчас артистка растит сына от первого брака, но в девках при этом не засиделась. Аида замужем уже в 3-й раз. Устав от пристального контроля журналистов, в этот раз она предпочла оставить личную жизнь личной. Имени своего нового мужа она раскрывать не желает, но появляется с ним на светских тусовках и отказывается делиться подробностями.